Ну, а ми рухаємося темами далі. І далі у нас політична тема. Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який був призначений на цю посаду в березні 2020 року. За його звільнення проголосували 292 депутати, представники майже усіх фракцій та груп. На цю тему зараз ми поговоримо з політологом Андрієм Бодровим, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, доброго дня. Здравствуйте. Як ви вважаєте, хто може стати новим міністром охорони здоров'я? Ну, причиною визначення вже стала кандидатура господина Ляшко. Хотя, с моей точки зрения, абсолютно незаслужено, да? Но, тем не менее, мы уже множество раз говорили... Давайте зупинимось. Чому ви не згодні? Чому ви не згодні? Скажіть, будь ласка. Я не то чтобы не согласен. Я говорю о том, что на самом деле, несмотря на высокое звание главного санитарного врача Украины, господин Ляшко фактически не вел никакой ни проектной, ни функциональной деятельности, выступая просто, скажем так, медиа-персонажем, выступая говорящей головой на средствах массовой информации, озвучивая те или иные сводки относительно, собственно говоря, борьбы с ковидом, но при этом при всем реальную, скажем, борьбу с ковид вело министерство, но никак не вертикаль санэпидемстанции, которая была просто упразднена. Мы же знаем, собственно, что в Украине это по большому счету, санэпидемврач вообще на самом деле, и он только главный. А вертикаль санэпидемврачей в регионах, ее как-то кому не существует. И, соответственно, собственно говоря, санэпидемслужба в Украине, это, по сути дела, особенно сейчас, даже в разгар уже борьбы с ковид, это фикция. Поэтому, если, собственно, был человек, который действительно реально занимался делами министерства, в том числе там закупками, эффективно, неэффективно, это можно обсуждать. Менять его на человека, который просто, собственно, озвучивал ту или иную информацию в средствах массовой информации, с моей точки зрения, наверное, нерелевантна ситуация. Скажите, будь ласка, как фракции та группы голосовали за звільнення Степанова? Хором. Голосовали хором, но их можно понять. В любом случае, каждая из фракций оказывалась на определенной растяжке. Ведь, по большому счету, мы знаем, что в публичном пространстве, в общественном мнении, борьба с ковидом нашими согражданами, она признана неэффективной. Да? Мы прекрасно, собственно говоря, понимаем, что в любое сейчас исследование социологическое мы посмотрим, мы увидим, что везде признают наши сограждане, обычные избиратели, борьбу с ковид неэффективной. Соответственно, фракция, которая будет голосовать, голосовала бы против отставки Степанова, она принимала бы на себя имиджевые политические риски, защиты, собственно говоря, неэффективного чиновника, попытки отстоять, собственно, какие-то коррупционные схемы, например, собственно, или там попытки принять какое-то несправедливое решение. То есть, по большому счету, собственно, все партии пошли на поводу у политической целесообразности. Кто-то, как, например, собственно, провластные фракции и группы, они эту целесообразность видели в выполнении команды, которая, собственно, там раздавались с банковой, а оппозиционные, собственно говоря, партии, они, скажем так, выполняли для себя, собственно, работу по укреплению своего имиджа, с тем, чтобы мы боролись за увольнение там господина Степанова, за то, что он, собственно, неэффективно боролся в период ковид-эпидемии с нею. И, соответственно, собственно, добились, мы вот сняли. Если бы они вдруг проголосовали против его снятия, понятно, что вопросов не было бы больше, чем у них ответов. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому вся партія «Батьківщина» була проти Степанова? Я знаю навіть, що перед засіданням вони всі хором встали та вийшли, якщо там вірити інформації, яка в ЗМІ вирує зараз. Ну, по большому счету, встать и выйти в нашей политике, это же не то, чтобы против, собственно, и не то, чтобы за. Это, собственно, способ устраниться, да, устраниться, собственно, от принятия решения не голосовать.
Если же, собственно, говорить о ситуации, собственно, которая там была вот конкретно, собственно, с Батьковщиной по этому голосованию, ну, понятно, что, собственно говоря, идут некие, собственно, всегда торги по поводу продвижения своих кандидатур во властные кабинеты, и, соответственно, мы можем предположить, опять же, не более чем предположить, что в данном случае, собственно, Батьковщина просто не получила то, что она хотела в каких-то кадровых назначениях. Ну и, соответственно, вот предприняла такой демарш. То есть это средство давления, возможно, на Банкову. Добре, цікава дуже думка. А давайте тоді більш детально зупинимось на тих, хто ж все-таки виступив проти звільнення Степанова, а хто його підтримав. Чи були такі, котрі його підтримували? По большому счету, собственно, даже если, скажем так, рядовой депутат ориентирован был на поддержку Степанова, собственно, открыто заявить у него это, ну, скажем так, вряд ли бы получилось. По одной простой причине. По причине того, что все-таки, как бы там ни было, партии научились держать, собственно, в узде своих избранников. А особенно, собственно, по каким-то принципиальным вопросам сотрудничества, а для и властных, и оппозиционных партий, вопросы отношений, собственно, с Банковой, это, конечно, принципиальные вопросы. Ну и, соответственно, в таких проблемных вот, отношениях фракции умеют жестко ориентировать своих членов, фракции и группы, собственно, умеют удержать, собственно, своих депутатов в узде с тем, чтобы они не приняли ненужного решения. Ну, то, что, собственно говоря, там были отдельные, скажем так, голоса против отставки, ну, это те люди, которые могут себе это позволить, это те люди, которые занимают либо, ну, достаточно самостоятельную роль внутри партийных образований и аффилированы, собственно, к финансово-промышленным группам, которые близки к Степанову. Либо это люди, которые, ну, скажем так, действовали по принципу «баба-яга против», то есть, будучи в конфликтных отношениях с Банковой, они не поддержали, собственно говоря, то, что было нужно Банковой. Раніше казали у ЗМІ, що Зеленський просив Степанова самому написати заяву, але той відмовився. Як ви це прокоментуєте? Навіщо йому це потрібно було? А зачем это было Зеленского или зачем это было Степанова? Ні, Степанову навіщо це потрібно? Разных... Степанову навіщо це потрібно? По большому счету совершенно понятно, что Степанов наверняка не считал такое решение справедливым. Более того, Степанов наверняка, как человек опытный, собственно, в кулуарной борьбе, был информирован о том, чему реально он обязан, собственно, с вот этой просьбе об отставке. И, соответственно, он понимал, что за его отставкой, собственно, за просьбой Зеленского об его отставке, стоят вовсе не вопросы эффективности деятельности министерства и вовсе не вопросы, собственно, там, эффективности борьбы, например, с COVID. А что, собственно, за этим стоят? Борьба финансово-политических групп за контроль, во-первых, потоков в министерстве и ковидном фонде. А во-вторых, финансово-промышленные группы, ну, никогда не оставляют мечту, собственно, еще и заработать какие-то очки на очень проблемных для социума, собственно, вопросах. И кроме, собственно, освоения денег, освоения, скажем, каких-то ресурсов, которые в этой теме крутятся, в этом министерстве, собственно говоря, осягнуются на решение этих проблем. Кроме этих вопросов еще есть и возможность накопить себе какой-то популярности для своих игроков, для тех, кого они продвигают по ступенькам власти. Добре, а чому тоді Зеленський все ж таки його просив писати цю заяву на звільнення? Він вважав його слабкою такою вже партією? Як ви думаєте? Я еще раз повторю, скорее всего, за, вот с моей точки зрения, за просьбой об отставке стояла все-таки эффективность в борьбе одной из финансово-промышленных групп, которая хотела заместить Степанова своим выдвиженцем, и, соответственно, они нашли аргументы для Зеленского, которые должны были, собственно, убедить его. Во-первых, списать на Степанова и тем самым обелить президента и при этом перенести всю вину на министра.
в борьбе с COVID. Это то, что касается политической плоскости. Что же касается плоскости, собственно говоря, административной и политической борьбы, это прежде всего, собственно говоря, было связано скорее, вот с моей точки зрения, с тем, что достаточно мощная западное лобби стоит за теми людьми, которые двигают сейчас Ляшко в кресло министра здравоохранения. Добре, поэтому, давайте зараз... возможно, собственно, Зеленский просто, скажем так, получил некие сигналы от коллективного, собственно, Запада, да, от тех игроков, которых он уважает и ценит там, за нашими, собственно, западными границами, которые, собственно, порекомендовали некоторые, собственно, решения. Цікава думка. А як Степанов виконував обіцянки, працюючи в МОЗ? Давайте трохи про це поговоримо. Цікава ваша експертна думка з цього приводу. Ну, с одной стороны, понятно, что большинство, скажем, каких-то решений оказались либо малоэффективными, либо запоздавшими, да? Но при этом, при всем, нужно, собственно, сказать, что Украина держалась в тренде, европейском, собственно, и всемирном тренде по тем шагам, которые предпринимались в борьбе с эпидемией. Другое дело, что, собственно говоря, дело Министерства охраны здоровья заявить о необходимости, собственно, такой борьбы, о тех шагах, которые нужны, собственно, для борьбы с COVID. И совсем другое дело, например, там усилия других министерств по обеспечению, например, карантинных мер. Да? Мы прекрасно знаем, что, собственно, местные власти противостояли карантинным мерам. Тут очень тяжело рассуждать. Почему? Потому что мир вообще впервые столкнулся с такой проблемой. И, соответственно, собственно, очень многие министерства здравоохранения, начиная от там, не знаю, американского, собственно говоря, да, от немецкого и французского, оказались не очень эффективны в борьбе, собственно, с этой эпидемией. И уж тем более трудно было ожидать такой эффективности от украинского министерства здравоохранения, особенно на фоне общего дряхления нашей госвертикали и общего ее упадка. Пане Андрію, як ви ще прокоментуєте звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, а також міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка? Ну, по большому счету, от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. Это правило, которое мы знаем еще с младших классов, из арифметики. И в данном случае, пока в украинской политике не будут изменены, собственно, принципы взаимоотношений, пока мы не поймем, что за фигурами министров стоят интересы государства, а не финансово-промышленные группы и стейкхолдеры, ну, по большому счету, вряд ли что-то поменяется. Ну, поменяется, скажем так, карман, в который потекут освоенные ресурсы. Но поменяется, скажем так, уровень доходов тех или иных, собственно, персоналей. Но для рядового гражданина это не будет значить ничего. Принципы, которые, собственно, зашиты сейчас во взаимоотношениях внутри украинской властной вертикали, они же остаются теми же самыми. И, соответственно, даже приход какого-то самого мотивированного, самого лучшего, самого замечательного специалиста в то или иное кресло, оно, ну, этот приход, по большому счету, ничего не меняет, потому что его либо заставят делать то, что нужно, либо просто снесут буквально уже послезавтра. Останнє питання. Давайте все ж таки зробимо підсумки. Як ви думаєте, як ситуація буде розгортатися далі в нашому мозку? Если мы посмотрим чуть там, назад в истории, да, я еще в феврале, не помню, кажется, на тоже одном из одесских каналов говорил о том, что когда, вот помните, были разговоры, был период, когда говорили, что все, конец наступил кабинету министров Шмыгаля, и что будет полная замена. Я говорил о том, что на самом деле кабинет министров уцелеет, и будет частичная замена. Частичная замена министров на тех направлениях, которые являются наиболее вкусными, и наиболее, скажем так, резонансными.
Вот на этих тематиках, на этих проблемах работа будет передана, собственно, в руки других людей. По сути дела, собственно, мой прогноз оправдался, пусть и через 3 месяца, но, во всяком случае, те, кто рассказывали о том, что, собственно, вот, то есть буквально сейчас кабинет Шмыгаля снесут, оказались посрамлены, собственно, да, и вот если говорить о моем нынешнем прогнозе, то, по большому счету, на нынешний момент вот эта разрядка кадровая, вот это, собственно говоря, такая точечная замена в трех министерствах, она и сейчас продлит срок существования кабинета Шмыгаля. И, по сути дела, на текущий момент служит на консервации нынешнего положения вот эти замены кадровые. И, по большому счету, наверное, скажем, может быть, в ближайшее время мы увидим замену еще 1-2 министров, но не более. Дуже вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за вашу думку. Хочу нагадати для тих, хто щойно доєднався до нашого ефіру, що на зв'язку з нами був політолог Андрій Бодров. Говорили про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Нагадаю, що за його відставку проголосувало 292 народних депутатів. Також у відставку Верховна Рада України відправила міністра інфраструктури Владислава Криклія, а також міністра розвитку економіки та торгівлі Ігоря Петрашка. Як заявив Володимир Омелян, звільнення міністрів спеціально підготували до прес-конференції президента Володимира Зеленського.